Девчонки, привет! Вот вам в качестве заставочки кучка цитринов. Могу даже пошуршать. Это так, чтобы было не скучно начинать видео. Короче говоря, мне просто девчонки некоторые говорят, что это безобразие полное, что у меня пустой стол, и я потом полчаса какую-то речь толкаю на фоне стены с кирпичиками. Ну вот теперь я буду толкать речь на фоне бус. В данном случае цитриновых. Короче, девчонки, у меня сегодня по плану продолжение парочек. Для тех, кто не в курсе, я просто взяла с разных заводов, от разных производителей украшения по два. В основном это кольца и серьги. Но иногда бывает браслет-кольцо или, например, кулон-серьги. То есть главная теза, что их должно быть двое. Камни не важны, покрытие серебра не важно, производитель не важен. Главное, что их по два. Итак, начинаем. Мне так понравилось вообще как бы отбирать по два, поскольку есть куча комплектов, которые не востребованы остались, да плюс новая. И я подумала, почему бы не показывать их вот в такой именно нише, как комплектность. И я так понимаю, что очень многим важно, вот мне нет, поэтому я, наверное, никогда на это не обращаю внимания, но очень многим важно именно, чтобы было как бы действительно по два, то есть что-то с чем-то компоновать. Так, девчонки, начнем мы с комплекта, на котором остановилась я последний раз и не успела его показать. Это янтарная волна. Это родий, черный родий, но он такой титаниевого цвета. Как, очень похож. Я вчера показывала цепь от красной пресни оксидированную, которую Ирка Алаваренко забирает. И вот вы знаете, по оттенку очень она похожа на вот этот вот черный родий. Мне кажется, что было бы очень даже неплохо вдеть такую цепочку вот в такой кулон. Вот, оттенок очень-очень похож. Серьги красивые, с встроенными, тут есть фианитики, вкрапления. Вот, пожалуйста. Либо искусственные рубинчики всяко может быть. Кулончик очаровательный, такой квакозяброчкой, серьги на английском замке. Качество этого завода безукоризненное. Пакетик не сняла я. $37 кулон, $52 серьги, девчонки. Очень классный набор. Вообще начать зимой с янтаря очень даже хорошо. Для того, чтобы почувствовать теплоту. Хотя у нас сегодня солнышко целый день. Вот. Это комплект номер один. Наша парочка номер один. Дальше. Я совершенно коряво показала комплект от красной пресни. Я показала серьги в одном видео, кулон, кольцо в другом видео. Как-то вообще совершенно некрасиво, скажем, неподобающе. И вот теперь я их наконец-то соединила для того, чтобы вы могли нормально рассмотреть. Это, по-моему, самый крупный фианит, который есть, который я видела, изумительного качества. Фианиты я сравнивала разных заводов. И, пожалуй, наверное, красные пресненские самые лучшие. Серьги стоят $36. И кольцо, в данном случае это размер 19. Кольцо стоит $31. По поводу красной пресни принимаю заказы. Если кого-то что-то интересует, именно на этот завод заказы доставляют очень быстро, поэтому проволочек не будет. Поэтому могу подписаться на такую авантюру. Вот. Ну и шаблюль. Остальное, конечно же, немножко проблематично в плане... Гизмо, чтоб ты был жив-здоров, господи. Я сама не видела, что он там сидит. Да, ну неважно, я уже забыла, что хотела сказать, но, в принципе, вы увидели, о чем речь тут. Третья парочка, это американец. Я их скомпоновала не по оттенку лабрадора, хотя тоже очень похожи, а именно по наличию голубых топазов и маленьких лабрадорчиков. Я решила, что это может, в общем-то, зайти за парочку. Ну, разумеется, что, в общем-то, оба этих изделия можно купить
по одному, по 40 долларов, но все-таки я считаю, что если кто-то хочет их давайте так, если по 40 долларов каждый отдельно, то вместе их продам за 75. Тогда действительно они будут повязаны ценой, и тогда будут реально считаться как пара. Кольцо, как мы видим, примерно 18, судя по моему пальцу. Сейчас глянем поточнее. 18,6 даже. 18,6, да, вот он у меня даже на второй палец. 18,6. И вот такой классный кулон. Все мечтаю из него кольешку сделать. Из такого же кулона, то есть сделать какую-то низку офигенную. Чего-то с чем-то. Так, с этим разобрались тоже. Это у нас пара номер 3. Парочка номер 3. Парочка номер 4 у нас будет приволжский ювелир для любителей мелких аккуратных украшений. Все бирки с приволжского ювелира у меня давно попутались. Я прошу прощения. Попытаюсь показать как-то вот так совместно. Смотрите, существует у них такая ветка, которая называется «Серебряная столица». Отдельная как жанр творчества. Интересно в этом то, что фианистики здесь плавающие, они как бы не закреплены, и поэтому, видите, оно как бы, когда серьга движется при движении, вот вы идете, например, да, серьги также движутся, и вот этот вот фианитик, он будет двигаться в такт. То есть это очень, вот видите, видно, очень прикольно изобретение. И есть, значит, такие серьги, и есть такое же миленькое колечко. А, что у нас там с ценой? Значит, 145 шекелей весь набор, 17,5 кольцо, это серебро родированное. Опять же, для любителей миниатюрных украшений, либо это и на подарок может быть очень мило. Сейчас я еще раз посмотрю. Вот английский замок, такая плавающая штучка. Сколько это будет? 145 долларов. Сейчас я вам посчитаю. Так вот, как-то на руке распределю получше. Это 42 доллара весь набор получается. И серьги, и кольцо. Очень действительно похож на комплект с белым золотом. Так. Дальше хочу вам показать очаровательных лимонных кошек. С лимонами, то есть кошки не лимонные, кошки серебряные, а мышки лимонные. Мышка, кольцо размер 18,5, белый родий на серебро. Вот мышка, кошка, которая держит мышку за попу. И вот такие же серьги. Вот это ушки у мышек, носик, английский замок. Вот такие классные, интересные изделия. У меня есть, если кого-то заинтересует, не только лимонные, у меня есть разного оттенка янтарь, у меня вообще этих наборов очень много. Когда-то их как бы очень много взяла, потому как я увидела кошки, и кошки очень правдоподобно сделаны, и так мне это дело понравилось, что я решила, наберу я всех цветов и размеров. Вот смотрите, мордочку видно. Видите, как красиво сделано. Шерсть, все как нужно. Так, в плане цены на этих кошечек. А, ну да, кто ж цену-то пишет? Ну, девчонки, короче, цены тут нет. Но я обязательно вам просчитаю, кому нужно, скажите, я в комментарии
обязательно укажу цену. Так, что у нас следующее? Следующий наборчик у нас будет от второго завода с золотым песком, вот таким искусственным, но очень красивым, кольцо и кулон. Вот такая пара у нас. Кольцо у нас $47, кулон $34. Поперечный, как я люблю. Золотой песок очень красивый. Такое искусственное что-то, но искусственное сделано очень красиво и качественно. Когда-нибудь я буду рассказывать вам также о том, как делать искусственные вставки. Я вообще бы хотела взять интервью Наташи Житомирской, которая является специалистом по стеклу. 17,6, девчонки, но вот мне на третий палец. $47 кольцо, $34 кулон. Очередная парочка будет от завода Шаблюль. А будет у нас вот такой классный браслет и вот такое кольцо к нему. Тут цветочки и тут цветочки. Сразу хочу добавить, что имеется к этому браслету еще и кулон и серьги. Вот с такими же элементами, если вдруг кого заинтересует. Но в данном случае у меня есть только кольцо и браслет. Вот такие вот кровавого такого винного цвета фианиты. Ощущение, что очень похоже на гранат. Вот, кольцо явно где-то 17,5-18, сейчас промерим. $69 браслет. И $39 кольцо. Вот. Такая пара. Посмотрим размер кольца. 18. 17,9, девчонки. 17,9. И браслет нам, по идее, нужна длина. Правильно? Мы же любим всю информацию получать во избежание неприятностей. Я что-то, девчонки, второй день подряд просто засыпаю на ходу. Не знаю, что со мной такое происходит. Сонная болезнь. Муха ЦЦ меня, что ли, укусила. 18 сантиметров 5 миллиметров. 18,5. Вот. Такой классный набор. Переходим, пожалуй, мы, наверное, к янтарю опять. Может, это меня разбудит. Значит, янтарь хочу вам показать. Набор исключительно меня поразивший в самое сердце. Было таких как бы несколько разных. Они все были по-своему сделаны иначе. Квадратные я себе оставила, как вы помните. Вот такие таблетки. И к ним кольцо. Черный родий по золото. $50 кольцо и серьги $62. Английские замки. Вот такой интересный, классный набор. Очень-очень стильный. Кольцо безразмерное.
Следующий набор. Наверное, вернемся мы опять к американцу. Я вам покажу. Девчонки, за $80 у нас получается очень классный аметистовый набор, состоящий из кольца вот такого и вот из такого кулона. Притом кулон такой толстенький, даже вот в этой стороне он выпуклый. То есть аметист очень классный, натуральный и полупрозрачный. Кольцо у нас также будет где-то 18,5. И вот такой кулон. Аметистовый аметист. Видите, какой он пузатенький. Вот по сравнению с кольцом, которое более плоское. Аметистовый не может быть в принципе. Замерим 18,2. Вот такой набор у нас получается. Девчонки, 40 и 40. $80. Так, следующее, что у нас будет, это, пожалуй, опять янтарь. И на этот раз у меня есть, как бы, несмотря на то, что у меня парочка, это должно состоять из двух частей, но у меня их три, потому что у меня два одинаковых кольца разных размеров. Мы сейчас выберем, если кому-то нужно по размеру. Смотрите, во-первых, изумительные, крупные, классные серьги. Янтарь трех цветов. Обычный, коньячный. Здесь он прям как вишневый, такой темный и зеленый. И цена 175 шекелей. Это серьги отдельно. И, девчонки, я вам скажу, что-то в долларах. $51. Это пара серег, черный роди, позолота. Действительно, очень знатные. И идет к ним за 80 шекелей или в долларах. Сейчас. $24 идет кольцо. Или 18 размер. Вот оно. Или 20 размер. Девчонки, 85 шекелей 20, 80 шекелей 18. Как вы знаете, это все на вес идет, поэтому как бы разные цены. Вот можно взять эти серьги с одним из колец. Кольцо по цене очень бюджетное. Соответственно, с серьгами вместе получается в районе 80 там что-то долларов весь набор. Сейчас вам покажу, как смотрится колечко. Вот оно. И, девчонки, еще вам скажу одну вещь. Если кто-то купит набор и останется вот одно кольцо, то, пожалуй, я его тоже, наверное, выставлю на продажу просто само по себе. Тоже очень красиво. Есть. Не обязательно нужно к нему серьги. Вот такой интересный у нас прикольный наборчик. Что еще у меня есть вам показать? А есть у меня вам показать еще один набор от американца. Опять же, это как бы я скомпоновала. Это аризонская бирюза. Мне почему-то показалось, что это кольцо с этим кулоном может очень неплохо сочетаться. Кольцо, девчонки, $45. Вот так оно красиво смотрится. И кулон $42.
Смотрим. Сюда интересно смотреть, что в тыльной части камней. Вот. И самое последнее, это опять приволжский ювелир. Это набор, похожий очень на тот, что вы только что видели от Серебряной Венеции, но он сделан чуть-чуть по-другому. И он уже сделан не как висюлька, а как сплошная такая, в общем-то, серьга. Видите, вот, то есть здесь нету части подвесной, а тут она идет как бы сплошная. И квадратиком, а не треугольничком. Тоже вот вы видите, что эти они очень мило так пересыпаются, там двигаются, и получается очень интересный эффект. И вот такое милое кольцо. Кольцо размер 17. Цена кольца 65 шекелей. Цена серег 80 шекелей. То есть довольно бюджетно. Сейчас вам скажу, сколько это получается в долларах. 140. Это получается 42 доллара весь набор. И опять хочу напомнить, что это серебро, белый родий. Ну, такой миленький наборчик такой. Очень изящная и действительно очень интересная задумка с этим плавающим фианитом внутри. Вот. Все, девчонки, на сегодня парочки закончены у нас. И в следующем видео я вам еще пособираю парочек. У меня вообще много чего есть. Компоную. Может, это даже очень и интересно, когда находишь какие-то однотипные украшения, и вот типа как бирюза, например, да, и собираешь их в какой-то определенный комплект. Ну, бывают вещи, которые изначально комплектные, это как вот это, например. То есть тут однозначно это пришло вместе, и вместе и уйдет, что называется. Вот. Ну, а бывают такие всякие интересные решения, когда действительно мы сочетаем комплекты на базе того, что есть, по каким-то определенным деталям. Все, девчонки, пока!